Добрый день, друзья дорогие, мои. Вот сегодня такую тему хотел поднять. Это августовские отводки. И даже ролик назвал бы примерно так, что августовский отводок — это залог раннелетнего, вашего раннелетнего меда. У кого-то акация есть, у кого-то майский мед. Вот. Поэтому те, кто хочет иметь мед в следующем году и расширить свою пасеку, тот, конечно же, должен подумать об августовских отводках сейчас. И вы знаете, многие опытные пчеловоды, ну, как бы немножко не договаривают. Я спросил, когда начинал 2,5 года тому назад, я спросил своего учителя: слушай, ну как же так, уже вот конец июля, уже там август начинается, и вроде бы как надо бы делать уже какие-то отводки, там где-то что-то пишут, говорят. А он мне говорит: а ты что, следующей весной не будешь у меня покупать отводки? Вот. Я понял, что в этом вопросе что-то скрыто, что-то не так. Вот. И я стал интересоваться, стал читать про отводки летом, создание их, когда, зачем, что, и уперся в тему августовские отводки. Купил плодные маточки и, конечно же, я сделал первые свои отводки. И вы знаете, как бы я ни намучился, две матки у меня не приняли, потому что прием маток очень тяжелый в это время. Вот. Но тем не менее, у меня получилось 4 отводка, которые ушли в зиму, и весной мне дали мед. Вот. Не весной, а летом дали они мне медку. Вот поэтому мне это понравилось. И в прошлом году я повторил свой эксперимент. Я также сделал отводки августовские. Но я допустил небольшую ошибку, но она очень существенная. Я закладывал я делал на маточнике в августе месяце, и матки облетелись поздно. Поэтому для того, чтобы вам сделать отводок августовский, вы должны уже, допустим, сегодня-завтра сформировать его для того, чтобы отводок осиротел, и вы спокойненько могли бы при этом купить маточку, найти маточку, потому что выводить самому уже поздновато будет. Вот. Хотя не вопрос, можно заложить маточники, и 1-2 августа маточки выйдут числа 16-17, они могут облететься до конца месяца спокойно, как у меня было в прошлом году. Вот. Но есть риск, все-таки надежнее делать отводок на плодную матку. Вот сейчас я, допустим, покажу в этой половинке. У меня есть отводочек на 4 рамках. Вот. Это достаточно сильный получится отводок. И у него имеется уже неплодная матка. Вот. Но так как я вывожу, многие знают, вывожу маток в этом году, маток породы кордован, то у меня так по времени просто совпало августовский отводок, а вот здесь у меня отводочек более слабый. Вот. Но это просто такой облетник я сделал себе для того, чтобы в этой половинке пчелки облетелись, матка вернее облетелась, и отводок можно было соединить отводок для его усиления. Как создать отводок? Ну, можно сделать сборный отводок, да, то есть взять по рамочке с каждой семьи, какие у вас есть, желательно, чтобы это был разноплановый расплод, так как если у вас матка плодная, то она начнет сеять сразу, и за август, сентябрь она создаст семью. Если вы сейчас поместите в отводок расплод, даже печатный расплод, да, то пчелы выйдут ближе к концу августа, во второй половине августа. А мы все с вами знаем, что зимует пчела, которая родилась во второй половине августа, в сентябре, это самая сильная пчела, которая
потратить меньше всего своего ресурса на подготовку к зиме и спокойно перезимует и даст возможность вашему отводку стать зимовалой семьей, вот, и принести вам хорошее количество меда. Можно делать отводок путем деления семьи. У кого, допустим, закончился взяток, то, ребят, ну что держать семью без толку. Вот. Просто если у вас есть маточка, опять же, делите тупо семью на две половины. Там, где вы делаете безматочный отводок, надо поставить побольше рамок с расплодом. Вот, чтобы с открытым расплодом, чтобы там осталось как можно больше молодой пчелы, потому что летная пчела у вас сойдет, вот, и в этом отводке у вас будет молодая пчела, которая полетит через там 5-6 дней, вот, но пока не будет там, и пока не будет летной пчелы первые дни, и прием маточки в этой семье с молодой, с молодыми пчелками будет у вас облегчен. Вот. То есть вы выбрать для себя метод создания августовского отводка вы выбираете сами. Вот. Но понимая, что молодая матка выведена как раз в августе месяце, ее максимальная продуктивность, она входит через 180 дней после своего рождения. Вот это совпадает как раз с началом весны, с весной, поэтому вы получите мощные, хорошие, здоровые отводки к акациевому, к акациевому меду. Ну и плюс к тому, если у вас, допустим, отводочек все-таки слабеньким уйдет, вы его весной спокойно можете подсилить, но семья — это будет зимовалая семья. Поэтому плюс здесь неимоверный, и их надо создавать, если вы хотите расширить пасеку. Вот. Я в этом году, как бы вы знаете, перепрофилировался на создание, вывод маток и создание отводков для продажи. Вот. Я так решил такую сделать опцию, допустим, отводок под акацию. Люди, которые у меня там, допустим, на Авито заказывают, я сделаю такое объявление, что отводок под акацию. И люди должны понимать, что, купив этот отводок у меня, он будет семья будет гарантирована к сбору акациевого меда. Вот. Ну, а к концу апреля этот отводок должен состоять на 5 рамках, с 4 рамками плотно обсиженной пчелой, это первое. Второе, должно быть как минимум 4 рамки печатного расплода. И плюс туда стрясается еще 2 рамки пчелы. Вот такой мощный отводок, он у вас расширится сразу на 10-12 рамок. Ваша задача только вовремя контролировать его, поставить вовремя в магазин или второй корпус и собирать акациевый мед. Вот. Поэтому, если у кого-то будут такие предложения, я готов записать вас. Вот. Ну, особенно тех, кто у нас по области, потому что отправлять пакеты куда-то далеко у меня... ну, нет, если, допустим, там 50-30 пакетов можно было и отвезти. Вот. Ну, из-за 1-2 пакетов, конечно, я не смогу сделать другие регионы это. Маточки – это другое дело. Вот. Ну, поэтому, ну, и два слова о том, что у меня с матками. Матки пока еще не облетелись, матки в семьях. Вот, сделал еще закладочку для неплодок. Вот, будут, по всей видимости, сейчас посмотрю, будут неплодные матки кардаван F1. Вот, поэтому, ребята, следите за каналом, ну и пишите свои комментарии. Всем привет! Создаем августовские отводки.